Всем привет! Вот у меня в руках два датчика для миографии. И как уже догадались, это очередной выпуск из тех выпусков, которые уже давно не выходили, из хакинга и бодибилдинга. Сегодня такая, скажем так, общая тема будет нашего видео. Тема, в принципе, как это вообще работает. Потому что когда мы снимали хакинг бодибилдинга с Виталиком там, да, и с Рафаэлем, была куча всяких допущений у зрителей, была куча замечаний, которые, в принципе, не относятся к какой-то объективности, а просто, опять же, эти замечания были сформированы на основании там, каких-то своих допущений, догадок и предположений. То есть в текстовом виде, в устном виде объяснять, что эти допущения, эти предположения совершенно не соответствуют действительности, бесполезно. Поэтому сегодня я решил показать наглядно, да, как это работает и каким законам подчиняется, и вообще, короче. Для того, чтобы исключить всякие инсинуации на тему по поводу того, что у меня там какие-то мышцы развиты и нейромышечная связь развита лучше, чем у кого-то другого с какими-то мышцами, да, я возьму сегодня свои икроножные мышцы, которые и на их примере, и на их примере их работы и функциональности покажу, как это работает у обычного человека. У меня, как и у большинства людей, икроножные мышцы еще нормальной нейромышечной связи не имеют, хотя она в процессе, и последний год она очень сильно спрогрессировала. И это как бы сказалось на внешнем виде и росте, да, икроножных мышц. И причем они у меня в какой-то степени даже на тренировке начали реагировать лучше, там даже год назад, чем квадрицепсы те же, да. И вот с квадрицепсами у меня сейчас та же бойня, как и с икроножными, то есть это отдельная тренировка, в которой я усаживаю обе эти мышцы просто на задницу, для того, чтобы добиться от них того, чего мне надо, нормальных объемов. То есть, в принципе, сейчас начало получаться. Возьмем на внутреннюю головку, на сейчас, получается, возьмем красный датчик, поставим на левую ногу, а желтый датчик поставим на правую ногу. И причем на внутреннюю, на большую головку икроножной мышцы. Сейчас я пойду включу запись с экрана плюс программу миографии, подключу сами датчики к программе. Ну и дальше пойдем уже наглядно проводить даже не эксперименты, а демонстрацию. Вот. Итак. Включаем красненький, включаем желтенький, да, включайся, есть. Так, запускаем нашу программку, поехали. Так, выбираем чувствительность, ладно, включим все модули. Без проблем, чтобы ты нам больше не маячила. Так, выбираем чувствительность. Какую ж нам взять шкалу? Возьмем 1 милливольт, одно деление, и развертку 500 миллисекунд. Так, ну и старт. Так, все уже доступны, прекрасно. Так, ну сейчас подцепим это дело на ноги и будем продолжать эксперимент. Вот. Так, поехали, сейчас отцепим от них защитные колпачки. Они тут такие, как из жесткого то ли поликарбоната, то ли полиэтилена. Итак, красный у нас на левой ноге. Опа. Так, поехали. Я ремешки сегодня взял, чтобы попрочнее все держалось, без пластыря.
На икроножных это удобно. Хоп. Так, правая есть. Теперь левая. Вот, блин. Приклеивается так, вроде отрываться не собирается. Давай. Так, теперь правая нога. Оп. Примерно на то же самое место. Оп. Есть, проверяем. Опа, оба датчика работают. Хорошо. Сейчас продемонстрирую, как моя икроножная мышца ведет себя, когда я пытаюсь напрячь ее именно мозгом. Да? То есть сейчас посмотрим, на что она способна, когда нога на весу, сколько она милливольт выдаст. И, ну, естественно, без опоры, без опорной афферентации, без обратной связи, скажем так, со стороны пола, да, и со стороны стопы. И без, как там называется, рефлекторная дуга, да, еще такая штука есть. Итак, поехали. Сейчас попробую наехать. Интересно, получится что-то. Да, что-то получается. А будет ли видно? Да, ноги видно. Так, выставим шкалу 500 микровольт, для того, чтобы было наглядно. И развертку оставим 500 миллисекунд. Итак, красный датчик левая нога, желтый датчик правая нога. Левая нога, поехали. Сейчас будем посмотреть. О, сколько там? Ну, до одного достает. Даже простреливает чуть дальше. Ну, так примерно 1 милливольт. Теперь смотрим правая нога. Правой ногой я владею, естественно, немножко лучше. Раз. О, мощность, естественно, тут повыше. И общий график более густой. Так, отлично. Правая. 1 милливольт где-то так же, но мощность повыше получается. Сейчас отъедем на начало. О чем нам говорит мощность, которую мы видим на графике? Мощность, скажем так, сами пики, которые там достают до 1 милливольта, это отражение, да, той активности, которую дает мышца во время работы. То есть мышца и мышечные клетки, когда сокращаются, расслабляются, они выдают определенный электрический фон, скажем так, излучают электричество, да, как генераторы какие-то. Вот. И, естественно, это электричество можно считать. Вот эти датчики считывают как раз эту электрическую активность, электрический потенциал, который выдает сама мышца во время работы, скажем так, воздух выбрасывает, да? И, образно говоря, естественно. И получается такая штука, что сама электрическая, сам вольтаж вот этот, который там у меня получается, левая нога, 1 милливольт, правая нога тоже 1 милливольт. На весу, когда я их держу, вот мозгом пытаюсь напрячь. Это определенная степень активности и, скажем так, группы мышечных волокон и там типа мышечных волокон, которые в икроножной находятся. Сейчас попробуем посмотреть, какой вольтаж выдадут мои икроножные под нагрузкой. Вот, я специально в Смите все это дело приготовил, компьютер прямо в сам Смит поставил, для того, чтобы самому увидеть, что происходит.
Так вот, Смит, штанга весит 30 килограмм. Я, честно признаюсь, вчера качал голени вместе с квадрицепсами, поэтому сегодня на весу вольтаж 1 милливольт. А обычно на весу там 1,2. То есть они у меня просто ушатанные со вчера, поэтому выдают сейчас только 1. То есть, ну, понятно, да, износ нервной системы, там, проводящих путей, сами волокна, там, сухожилия, все остальное, они немножко все это пострадало со вчера, поэтому нужно какое-то время на восстановление, поэтому сегодня мышца включается не так активно, как вчера это было на тренировке. Так вот, без отягощения сегодня нога держится на весу, мой мозг способен раскрутить мышцу до ее отдачи в 1 милливольт. Я говорю об икроножной мышце, о левой и о правой. Чем они отличаются? Они у меня отличаются все-таки по показаниям, я чуть позже расскажу. Вот, сейчас я залезу по штангу под пустую в 30 кг и посмотрим, какой вольтаж будет уже при работе под нагрузкой. Естественно, я буду работать пока, для того, чтобы потом создать различия в демонстрации. Сейчас я буду работать с мозговым контролем над своими икроножными мышцами. То есть не обычный дрожь создавать, как все создают, да, в большинстве случаев, а именно плавно, подконтрольно, именно мозгом направляя иннервацию своей икроножной. И посмотрим, что получится. Так, ну вроде что-то видно. Залезаем под штангу. Снимаем. И поехали. Раз. 1,1. Раз. 0,9, да, допустим. 1,1. 1,1. Вот мои икры, икроножные мышцы под нагрузкой в 30 кг с контролем мозга выдают 1, максимум 1,1-1,2 милливольта. Причем, если обратить внимание на график, то можете отмотать видео обратно, то получается, что ноги все-таки по-разному работают, это видно, да, хоть синхронно и сокращаются, расслабляются, но графики сами по себе физически, вот и на сам рисунок посмотрите, не отличаются. Потом все объясним. Ну что, сейчас добавим сразу 40 килограмм еще сверху, да, нет, добавим сразу 50, чтобы было не 30, а 80, и посмотрим на разницу. Итак. Раз, два, пятка. И 2,25. Итак, штанга уже 80 килограмм. Повторяем процедуру. Так. Залезаем, снимаем и работаем. Оп. Ой, елки-палки. Как же так? Как же так? Те же 1,1 милливольта. Господи, как же такое может быть, правда? Было 30, было 1,1, стало 80, все равно 1,1 милливольта. Я надеюсь, наглядно продемонстрировал, да, что при изменении веса роста вольтажа не происходит. Хрен с ним. Давайте еще добавим. Ну, еще килограмм 30, пускай там будет 110. Итак, десяточка, раз.
десяточка 2. Пятерочка раз. И пятерочка 2. Ну что, поехали. 110 килограмм. Да, кстати, кто-то там говорил, что после третьего повторения вольтаж должен возрасти. Чем больше повторений делаешь, тем выше будет вольтаж. Серьезно? Смотрели предыдущие графики? Вольтаж возрастал? Нет. Ладно, сейчас будет 110. Сравним вольтаж. И в самом подходе 110 килограмм. Посмотрим, будет ли с ростом количества повторений возрастать вольтаж от повторения к повторению. Открою тайну. С момента начала утомления мышечной группы вольтаж будет только снижаться. Ну, поехали. Оп. Сейчас чуть повыше поставим, вот так вот. И помчались. 110. Сегодня голени немножко прогрею. Как раз нормально будет для их восстановления. Итак, поехали. Следим за вольтажом. И следим за вольтажом от повторения к повторению. И наблюдаем картину. Я-то ответ знаю. Итак, раз. Ёлки-палки. Опять 1,1. 2. 1,1,1. 3. 1,1,1. 4. 1,1,1. 5. Ничего не меняется, правда? 6. Но появляются какие-то разрывы в количестве самих пиков. 7. А это уже называется утомление. 8. И вольтаж начинает потихонечку плавно снижаться. 9. Опа. 10. Хватит. Убивать уже убитые икроножные мышцы. Итак. Что мы увидели? А увидели мы по уровню вольтажа в милливольтах неизменную картину. Но одна картина все-таки менялась. И менялся не общий уровень в милливольтах, да, который так и держался от 30 килограмм до 110 килограмм на уровне 1-1,1, ну, может быть, где-то там достало до 1,2 милливольта, отдельные пики. Но менялась густота этих пиков. Это я называю мощностью. Так вот, именно мощность и количество вот этих пиков в секунду и определяет степень вовлечения мышечной группы в работу. Чем больше этих пиков прессовано в единицу времени, тем лучше. Простой пример. Сейчас я просто попрыгаю, и мы посмотрим на вольтаж и на густоту пиков. Да? Причем прыгать я буду уже за счет обратной связи, то есть не контролируя икроножное собственным мозгом, просто такие джампинг поделаем простой от балды. И посмотрим, какой будет вольтаж общий. И хотя бы на глаз попробуем посмотреть, примерить, да, количество пиков в секунду, для того, чтобы там, или там в 500 миллисекунд, да, для того, чтобы потом сравнить опять со 110 килограммами, какая же все-таки густота будет. Поехали. Итак, ну что, поехали прыгать, давно я не прыгал. Пики достают до где-то 1,5. Но какие бешеные разрывы, правда? Сейчас я попробую увеличить немножко шкалу. Было 500 микровольт у нас клеточка, сейчас стала клеточка 1 милливольт. И посмотрим. Итак, прыгаем.
Обратите внимание, что после прыжка огромный разрыв, пауза, негативной фазы нет практически. И пики у нас достают до, ну, 1,3, 1,2, 1,1 милливольта. Попрыгаем на левой ноге. Может, что-то изменится. А изменилась у нас мощность. Разрывы стали не такими явными. Густота пика увеличилась. А общий вольтаж остался практически на том же уровне. 1, 1,2 милливольта. Прыгаем на правой ноге. Тоже мощность увеличилась. Густота пика возросла. Разрывы уменьшились. А общий вольтаж тоже на уровне максимум 1,2 милливольта. Вот такая вот, как говорится, картина маслом. И, как видим, сейчас еще попрыгаем и сразу полезем под штангу, для того, чтобы во временном отрезке увидеть разницу именно в мощности. Сейчас попрыгаем двумя ногами и потом по штангой поработаем тоже двумя ногами, для того, чтобы эти оба графика попали на один экран и посмотрим, что получится. Итак, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять. И лезем по штангу и работаем. Раз, два, три, четыре, пять. И вот еще поддержим, мощность снижается постепенно с утомлением мышц. Ну вот, картина, как говорится, опять маслом, да, по маслу. То есть я не знаю, что еще объяснить, как еще показать. Но по сути, то, что мы сейчас увидели, это то, что в принципе моя обратная связь, моя голень, работа моей голени посредством обратной связи и работа моей голени за счет нейромышечного контроля, за счет головного мозга, когда я осознанно ее напрягаю, практически сравнялись. То есть по сути связь мозг-мышцы у меня стала с голенью практически идентичной, что в прямом направлении, что в обратном. Но как бы сам потенциал икроножной мышцы, он где-то на уровне 2 милливольт, в принципе. Вот у людей, которых мы замеряли, у многих достает до 2 милливольт, 1,5-2 милливольта. И вот как бы я подозреваю, что у меня даже до полутора еще пока не достает, даже без мозгового контроля во время прыжков или без мозгового контроля по штанге, да, за счет обратной связи. Просто потому, что у меня сама по себе связь мозг икроножная, именно физическая, да, вот за счет нервных волокон и всего остального, еще достаточно слабая. И, возможно, это генетически. А возможно, все зависит от развития, да, именно этих нервных путей. И вот, но все равно мой мозговой контроль все-таки по влиянию на икроножную мышцу все равно до уровня бессознательной работы мышечной группы во время прыжков, то есть за счет обратной связи, не дотягивает. То есть так, бессознательная работа примерно 1,2, да, там, 1,3 даже попадало, там даже полтора что-то стрельнуло один раз во время прыжочков. А вот если я мозгом работаю без нагрузки, да, то у меня там максимум до единички достает, до 1 милливольта, то есть когда я мозгом пытаюсь напрячь. Но все-таки, в принципе, я где-то близок уже к нормальному контролю над своими голенями, на том уровне, на котором они сейчас находятся. Естественно, развитие этого дела, оно бесконечный процесс, как бы, и вот как-то вот так вот все происходит. У людей, которых я замерял, обычно разница больше. То есть человек во время прыжков выдает там от полутора до двух милливольт,
А когда говоришь, подними ногу, напряги икроножную, большинство вообще не в состоянии этого сделать. То есть человек мозгом, со собственным мозгом не может в икроножную достучаться, если нет от икроножной, от стопы обратной связи. То есть прямой связи практически нет. И там что-то на уровне 0,3-0,5 милливольт бывает. У ребят, которые уже спортом позанимались, голени покачали там несколько лет, да, там где-то что-то там сообразили, у них прыжки там 1,5-2 милливольта могут давать, а поднятая нога и напряженная голень за счет контроля мозгом может давать там 0,8-0,7, ну уже ближе к единице, скажем так. Но вообще человек, который даст собственной головой активность икроножной мышцы хотя бы до уровня 1,5 милливольт, я думаю, что это уже на самом деле про атлет, у которого там нейромышечная связь такие сумасшедшие, что просто капец. Ну и по сути получается, что и голень будет развита соответственно, это будет больше 50 сантиметров однозначно. То есть это все имеет прямую связь, степень контроля мозгом мышечной группы и ее внешний вид и тем более размеры, если человек занимается ее накачкой, скажем так. Ну вот как-то так. Ну, то есть, и сейчас я наглядно продемонстрировал, да, как работает мышца, когда ее просто бездумно дрочат, да, на примере прыжков. Ну, точно так же большинство работает и в тренажерах, на самом деле, с икроножными, да. Но по факту мы посмотрели, да, ну, мощные пики наверх, короткие, да, короткая густота. После того, как мышца выстрелила, обрыв такой сумасшедший, то есть негативная фаза практически отсутствует. Вот. И когда я уже с помощью головы поработал с мышцей под весом, да, совершенно разная картина, то есть там даже на глаз видно наглядно, насколько отличается. То есть при бездумной вот этой вот дрочливой работе для любой, в принципе, мышцы, не только икроножной, сколько там мышца под нагрузкой была в милливольтах, да, вот эти коротенькие, высокие пики, да, вот эти кучки, и сколько, и получается, что когда я полез под вес и начал с помощью мозга контролировать работу икроножных, одно повторение по нагрузке на мышцу покрывало почти одно повторение по количеству пиков покрывало 3 или 4 повторения прыжков. То есть для того, чтобы создать одну и ту же временной отрезок один и тот же нагрузки для мышцы голени с мозгом, с контролем мозга и плавным аккуратным движением, нужно сделать одно повторение. И для того, чтобы точно так же по времени и по мощности нагрузить мышцу за счет вот этого дроча, нужно сделать повторений 5. Но вопрос в том, что за эти 5 повторений мышца в этих кусках все равно отдыхать будет. Будет 4-5 кусков отдыха. А при контроле мозгом мышца, четко по графикам видно, ни хрена во время повторений не отдыхает. И сейчас я покажу еще один прикол. Почему негативная фаза должна быть в 2 раза длиннее позитивной? Простая демонстрация. Сейчас только сниму немножко блинов со штанги. Вес, как видим, особо не влияет. А часто даже слишком большой неправильно подобранный вес даже мешает правильно нагрузить мышцу. Итак, я ставил 80 килограмм. И сейчас посмотрим позитивную фазу, ее мощность, количество, ну, вольтаж общий, да, в милливольтах, количество пиков, мощность и негативную фазу, вольтаж и мощность. Это будет все видно на экране. Итак. Сейчас я чуть развертку сделаю покрупнее. Верну 500 микровольт. То есть общий
общая высота нашего, там, скажем так, нашей шкалы, это 1,5 милливольта получается. Сверху левая нога, снизу правая нога. Итак, поехали. Смотрим позитивную фазу и негативную фазу. Ну, просто мышца икроножная сейчас стоит на удержании, да, меня в какой-то статике, пятку не пускает вниз. Так, поехали в негатив. Оп, нагрузка почти слетела. Вот икроножная растянутая, да? Что-то стреляет так по мизеру на уровне 0,3. И вот я ее начинаю напрягать для позитивной фазы. Оп, на пике мы получаем 1,1 милливольта, держим в статике. Пошла негативная фаза. Оп, и пошла мощность и вольтаж на снижение. Пятка растянулась, все, мышца расслабилась. Оп, позитивная фаза. Насколько мощно и по вольтажу, и по пикам, да? И поехали в негативную фазу снижаться. Смотрим, позитивная фаза. Оп, вот закончилась позитивная фаза, поехали в негативную фазу. Оп, и вот мы видим, в позитивной фазе вольтаж с мощностью достаю до 1 милливольта, в негативной фазе это всего-навсего 500 микровольт максимум. О чем нам это говорит? В позитивной фазе очень плотно идут пики между собой, достаю до 1 милливольта, но как только мы мозгом даем команду мышечной группе, все, отпускаем в негатив. Ей для того, чтобы отпустить негатив, нужно немножко расслабиться. Соответственно, снижается сразу вольтаж, который выдает мышца, и падает частота пиков, немножко снижается тоже. Это приводит к общему снижению мощности работы мышцы, потому что нужно уже отпускать. И всю негативную фазу ведет плавное снижение, да? Чем дальше мы уходим от пикового сокращения мышцы, тем ниже опускается вольтаж, и все менее и менее плотной становится количество пиков, то есть снижается еще и мощность работы мышц. И происходит следующее. Если грубо утрировать, позитивная фаза у нас дает, допустим, мощность в районе 1 милливольта, точнее, вольтаж в районе 1 милливольта, и общую мощность возьмем за единицу, да, условно, то в негативной фазе вольтаж у нас будет там грубо, да, завышено даже на уровне 0,5 милливольта или 500 микровольт. И, соответственно, общая мощность в негативной фазе будет уже не единица, а 0,5 относительно позитивной фазы. Соответственно, для того, чтобы в обеих фазах мышца отработала одинаково интенсивно, то негативную фазу нам нужно по времени умножить хотя бы на 2 относительно позитивной фазы, для того, чтобы в негативной фазе мышца отработала по количеству, по длине, да, этих пиков во времени примерно с такой же мощностью, как в позитивной фазе. Чтобы это не было явным отдыхом для нее, для того, чтобы негативная фаза не была явным отдыхом, нам нужно добиться практически той же мощности. Но так как вольтаж общий снижается, значит, нужно во времени растянуться и все-таки под контролем держать эту мышцу. Вот и получается, что позитивная фаза у нас, допустим, секунда. А для того, чтобы добиться той же мощности работы мышц в негативной фазе, нам нужно выполнить негативную фазу за 2, а то и за 3 секунды. Вот этим обусловлена нормальная качковская работа во время подхода в каждом повторении. И, естественно, есть предел, да, определенный, оптимальный темп выполнения повторений для позитивной фазы и негативной фазы. Для меня этот темп, именно для меня, почему я говорю для меня, потому что все зависит от строения конкретно ваших мышц, от развития ваших нервных волокон, от способности вашей нервной системы, бла-бла-бла, и от состояния нейромышечных связей и мозгового контроля над мышцами. От этого всего зависит ваш индивидуальный темп работы с мышечной группой для того, чтобы добиться от нее максимально возможной мощности в позитивной фазе и в негативной фазе. Но сначала ее нужно обучить контролю со стороны мозга,
что не так просто, и на это уйдут месяцы, у кого-то годы. Все зависит от общего состояния здоровья нервной системы, проводящих путей, скелета, сухожилий, суставов и всего остального. Вот. И вот у меня получается темп оптимальный для меня. Я уже с миографом это все промерил. Оптимальный для меня — это секунда максимум полторы позитивная фаза и до 3 секунд негативная фаза. Вот такая вот петрушка. Для кого-то будет темп, там, допустим, 2 секунды позитивная фаза, 4 секунды негативная фаза. Для кого-то нужно еще в более взрывном стиле работать, да, там, но негативная фаза в любом случае в 2-3 раза длиннее должна быть. Тогда вы не дадите возможности вашей мышце отдыхать во время подхода. И еще один момент. Возвращаемся к началу видео и последняя ремарка. С ростом веса штанги вольтаж не рос практически, да? Ну, он тупо не рос. Он был в диапазоне 1 у меня, 1-1,2 милливольта. И сколько бы я там ни повесил, это будет максимум 1,2 милливольта. Будет изменяться только количество этих пиков в секунду. То есть возрастать мощность или падать, если я вес возьму слишком большой. Или возьму слишком высокую скорость, ну, по примеру, как я показал на прыжках. О чем говорит неизменность вольтажа? Для каждой мышечной группы под нагрузкой будет точно так же неизменность вольтажа. Под изменяющейся нагрузкой вольтаж не будет меняться. Будет меняться мощность, больше или меньше. Но вольтаж будет оставаться неизменным, независимо от того, с каким весом вы будете работать. Почему так происходит? Я не видел в источниках, в писанных, в письменных, да, в печатных, нигде того, о чем я сейчас говорю и о чем я говорил раньше в хакинге бодибилдинга. К этому выводу пришел не я один. К этому выводу пришли еще ребята из одного из научно-исследовательских институтов, хорошие, серьезные научные сотрудники, которые работают с физиологией мышечной деятельности, с реабилитологией и всем остальным. То есть мы все вместе коллективно, используя там те данные, которые давал я за счет, с помощью миографии на тренировках, да, используя те данные, которые у них были из их практики, мы сделали один вывод о том, что вольтаж, который выдает мышца во время работы, может свидетельствовать о двух очень важных параметрах. Первый параметр, для которого, в принципе, и создан миограф, а это один из параметров, для которых он создавался, это степень подключения мышечной группы к нервной системе. К системе. То есть, грубо говоря, целостность пути от центральной нервной системы до мышечной группы. То есть и степень ее развития этих проводящих путей. Вот, это раз. То есть, грубо говоря, целостность проводки от выключателя к лампочке. И если с проводкой все хорошо, общий вольтаж, вот высота пиков, показывает следующий параметр. Это то, к чему мы пришли. Это он отражает именно тип мышечных волокон, которые доминируют и выполняют работу в этой мышечной группе. И вот и получается, что если мы берем, допустим, чем ближе к голове, там, тем выше вольтаж от мышц происходит. И по всем раскладам по физиологии мы можем в куче источников найти такую закономерность, что чем выше мышечная группа, чем ближе она к голове находится, тем больше у нее пропорция смещается от медленных или окислительных волокон. Да, там это две такие группы, немножко разные, но где-то в общем и пересекающиеся между собой, к быстрым гликолитическим волокнам. То есть, грубо говоря, чем выше вольтаж будет, тем, скажем так, больше будут доминировать гликолитические волокна в этой мышечной группе над окислительными или медленными волокнами. И вот получается, что плечевой пояс, особенно бицепс, это исключительно быстрая гликолитическая мышечная группа по вольтажу, который она дает от 7 мВ до 10 или 11 мВ выдает у разных людей. Дальше мы идем грудные мышцы, спина, дельты. Они уже между собой похожи. Если мы говорим переднюю дельту, заднюю дельту, спина и мышцы груди. Да? Эти мышцы уже работают в диапазоне там, от 4 до 6 там, или от 3 до 6 милливольт.
И это нам уже говорит о том, что там уже ближе к быстрым окислительным мышечным волокнам доминанта, да, в этих мышечных группах. И потом мы, когда берем нижнюю часть тела, ниже пояса, то есть квадрицепсы, икроножные, камбаловидные, там, то мы получаем уже отдачу работы мышечных групп от 1 до 2, максимум 2,5 милливольт. То есть там уже конкретная доминанта идет быстрых окислительных, грубо говоря, окислительных мышечных волокон и медленных волокон. Вот и все. То есть, соответственно, ну, просто окислительные мышечные волокна и медленные мышечные волокна, они тоненькие. Они намного тоньше, да, чем и, соответственно, намного менее такие взрывные, чем гликолитические быстрые. И отсюда, как бы вот, и их потом в вольтах отдача от их работы. Вот от этого зависит. Это, скажем, мы можем, конечно, ошибаться, но это очень красиво. Вот этот вот вольтаж, переменяющийся по телу, да, очень красиво накладывается на информацию, на ту же картину изменения типа мышечных волокон, да, сверху тело к низу тела. То есть полностью вот четко, логично ложится. Поэтому мы, конечно, можем ошибаться, но пока что я на своих тренировках, да, не только на своих тренировках, а с людьми, с которыми я работаю, только подтверждаю эти выводы, которые мы сделали. Вот такая вот петрушка. Надеюсь, видео было полезным. Некоторые точки над и ею расставила. Поэтому вот как-то так на сегодня. Если там есть еще какие-то возражения, можете, конечно, писать. Попробуем опровергнуть или разъяснить в следующем видео. Ну, если это, конечно, не будет полнейшим там хайпом и прочим там каким-то заворотом мозгов. Вот. Так что подписывайтесь на канал, делитесь этими видео, ставьте лайки. Заходите в гости к нам в Инстаграм, заходите к нам на форум, регистрируйтесь на нем у нас на портале, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, на мою страницу «Правильный бодибилдинг» в Фейсбуке. Подписывайтесь на наши курсы тренировок, в первую очередь на переформатирование, это для мужчин, да, которые так или иначе в первую очередь заточены именно на развитие вот того, чего я только что показывал. То есть они в первую очередь заточены на развитие ваших нейромышечных связей, на обучение вашей нервной системы контролировать тотально все мышечные группы, которые вы хотите вырастить. Если нет контроля мозг-мышца, хорошего, мощного контроля, мышца откликаться на нагрузки в плане гипертрофии будет очень тяжело или не будет вообще. Вот, так что подписывайтесь на переформатирование, кто его еще не проходил. Обучайте ваши мышцы работать правильно, обучайте вашу нервную систему контролировать ваши мышцы. Это даст серьезный толчок, стимул как к гипертрофию, так и к общему развитию вашего тела и его изменению его внешнего вида. Поверьте, это работает. Кто прошел переформат, подписывайтесь на курс «Рывок» или «Трансформация». «Рывок» — это то же самое обучение, но уже в более силовом режиме, для того, чтобы показать, как в двух разных режимах это все дело работает. Там идет прибавочка в силе, хотя сила там тоже не есть приоритетом ее развития. Опять же, развитие приоритете нейромышечной связи, но уже в силовом режиме. В другом диапазоне повторений, с немножко другими упражнениями. Ну и трансформация — это продолжение, как после рывка, так и сразу после переформатирования. Это курс тренировок, рассчитанный конкретно на гипертрофию, конкретно качковские тренировки, конкретно 8-12 повторений и еще куча всяких принципов. И опять же, опять развитие нейромышечных связей и нейромышечного контроля. Девчонки, подписывайтесь на курс тренировок «Стройняшка». Цели у «Стройняшки» те же самые, как у переформата или трансформации, которые на мужчин рассчитаны. Просто «Стройняшка» учитывает женскую психику, женскую физиологию, ну и все такие прочие женские явные отличия от мужчин, которые, в принципе, естественно, кроются как в физике, так и в психике. Вот, так что на «Стройняшке» становитесь стройными, изящными, гибкими и худенькими вместе с нами. Вот, все, о чем я только что сказал, находится как в подсказках к этому видео, в уголочке внизу, вверху, так и в описании под этим видео. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.